Здорово всем, ребят, сегодня на нашем обзоре бой на АМХ-50Б, на моем любимом танке. И это второй бой этого взвода СК-91, ребят, на предыдущем, котором бой мы смотрели. Ну что, теперь у нас прибалтийский щит карта. И посмотрим, что у нас тут будет. Ну не могу я 50Б не взять в обзор. Ну это ведь мой самый любимый танк. Может, в этом бою боец наколотит больше урона. Ну или что-то пожестче будет. Так, ну пока что-то вообще непонятно. Так, а пока у нас происходит что-то непонятное, не забываем подписывать, ставить лайк, присылать свои реплеи для обзоров. Кто подписан уже и присылает, вам огромное спасибо от души. И огромное отдельное спасибо за терпение выхода ваших реплеев, то что вы их дожидаетесь. Не забываем проверить колокольчик, ребят. После последних обновлений колокольчик сбился. И, возможно, вы не получаете уведомления о выходе новых видосов на канале. О выходе. Давай, 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 быстрее, быстрее еще. Оп, все, есть, барабан. Израсходовали. Еще 1-2, исправляемся, потихоньку исправляемся. Ну такая ситуация, хрен пойми что. Тут гору берут по полной программе. Бойс там чуток настрелял и отваливать. Счет равный, уже хорошо. Да, было бы хорошо, конечно, ФВ-215Б забрать. Чтоб он там не кошмарил. Ну и там еще яга шотная. ЖПЗ-100, она же. Так. Да-да-да, надо налетать, налетать на этих двоих. И их отбирать. Так, есть. Есть. И давай аккуратненько, аккуратненько. Есть, не успел. И четвертым. Давай, ягушка, давай, 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 давай. Давай, ягушка, давай, давай, ближе, ближе, ближе. Ай, как хорошо, яга еще и не успела прицелиться. Как раз разворачивал на прицел. 2600 урон. Ну тут хоть бой идет в пользу зеленых. Уже хорошо. И совзводный жив на К-91. 5-3. Ну, тут уверенная победа. Что могу сказать? Уверенная победа. И опять-таки грамотный размен. И просто-напросто реализация барабана. Я не знаю. Я прусь от этого танка. Хоть там 3000 ты набей, хоть 4000. Ну, мне нравится этот танк. Так, а кто там кран? И ВК-7201К. О, кран хорошо как стал. Бочком. Есть. А, и ВК сейчас жахнет. О, жахнул, да и жахнул. Правильно, хрен с ним. ХП еще есть, а крана надо разматывать. Ну, весь барабан зато крана вошел. 4100 урона. Ага, один союзник лег. Так, вот тут самое главное сейчас поменяться. Пока наш боец на перезарядке, К-91 уже заряжен всем, чем только можно, так, чтобы навешивать люлей. И давайте. О, ну теперь уже и наш боец зарядился. Ну, можно теперь спокойненько разматывать этих двоих. Ага, вот так вот, да? Есть. И ВК-7201, и все. Все. Вот ты лятый какой, вот довернул, вот надо было тебе довернуть. Не, все-таки добил боец. Красавчик. 4 фрага у нашего бойца, 4800 урона. Отличный бой. Достоин лайка. 50Б обожаю. Кто обожает, с вас еще один лайк. Ну а на этом все, ребят. Всем огромное спасибо. Не забываем проверить колокольчик и прислать свой реплей. Кто не подписан, обязательно подписаться. Чего вы там не подписываетесь? Ну а на этом все. Всем спасибо и пока.